Якутия готова к играм «Дети Азии». Об этом в нашей съемочной группе заявил вице-премьер, руководитель Федерального оргкомитета Юрий Трутнев. 10 июня в Москве состоялось заседание, где обсуждалась подготовка к международным соревнованиям. Рассказывает Наталья Сазонова. Поскольку Юрий Петрович Трутнев является председателем оргкомитета спортивных игр «Дети Азии», то в преддверии открытия игр его, конечно же, интересовали все организационные вопросы. Получив исчерпывающую информацию главы Республики Саха-Якутия Егора Борисова и подробный план мероприятий, организационный комитет утвердил эти документы. Игры готовы? Мы сейчас ждем гостей. Гостей ждем из 38, вот по сегодняшним данным уже из 39 стран. Ну, мне кажется, что детский праздник – это вообще самый лучший праздник, который бывает. Поэтому ждем гостей, готовимся. Те небольшие вопросы, которые остались у оргкомитета, нет смысла перечислять, потому что они рабочие. Мы их все решим. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.